Что вы думаете о беседе Татьяны Толстой и Шнурова? Игра была равна. Для меня Татьяна Толстая и Шнуров – два одинаково талантливых, в равной мере одаренных и в равной мере совершенно неинтересных для меня человек. То есть они не вызывают у меня ни малейшего раздражения, никакого неприятия и никакого интереса. То есть просто взгляни мимо. Поэтому я не досмотрел их разговор.